Всем добрый вечер. Меня зовут Ольга, и сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы подробнее узнать о новом интересном проекте EtherChain. Что это такое? Это первый проект на смарт-контракте, который открывает целую цепочку новых смарт-контрактов в экосистеме, которая создается сейчас на наших глазах. Итак, добро пожаловать в первый в мире децентрализованный фонд поддержки сообщества EtherChain. Почему EtherChain? Потому что на платформе эфириума, на блокчейне эфириума и все действия производятся с помощью монетки эфир. Это модель поддержки DeFi. DeFi – децентрализованные финансы. И эта модель построена на технологии смарт-контракта и блокчейн и создана людьми для людей. Что это такое? Это самая прозрачная децентрализованная система поддержки, основанная на программах P2P, то есть от пользователя к пользователю. Что такое смарт-контракт? Смарт-контракт – это самоисполняющаяся программа, которая имеет свой собственный алгоритм, прописана заранее, развернута в общедоступной сети блокчейн, и на смарт-контракте могут храниться деньги, и он выполняет определенные функции при соблюдении определенных условий. То есть он делается, программируется, загружается на блокчейн, и после верификации смарт-контракт уже изменить нельзя. Все условия, которые были прописаны, они остаются неизменными на всей протяженности работы смарт-контракта. Он обладает такими характеристиками, как неизменность, как я уже сказала, защита от взлома, справедливость, честность и полная прозрачность. Смарт-контракт действует строго в соответствии с заданными правилами, которые прописаны у него в программе. Ни более, ни менее никаких изменений быть не может. Смарт-контракт на 100% децентрализован, что означает отсутствие возможности управления функциями в смарт-контракте со стороны компании, органа, какого-либо человека, каких-либо контролирующих органов и так далее. Он не может быть остановлен, не может быть выключен и не может быть исключены или добавлены какие-то функции в его программу. Нет никаких ограничений на то, что алгоритм смарт-контракта может сделать. И когда его пишут, этот смарт-контракт, туда можно заложить определенные функции, которые требуются создателям смарт-контракта для того, чтобы он выполнял определенные условия и определенные функции. Сам смарт-контракт существует только для того, чтобы выполнять именно прописанные действия, на которые он был запрограммирован. И когда условия контракта выполняются, выполняются определенные действия. И нет необходимости вмешательства третьей стороны или человека. То есть здесь это все полностью автоматизированная система и полностью исключен человеческий фактор из работы этой системы. Что же такое EtherChain? Смарт-контракт EtherChain был разработан, чтобы предоставить каждому человеку возможность поддержки фондом DeFi, и полностью основаны на блокчейне Ethereum и технологии смарт-контрактов. Любой участник может внести эфириумы в общественный фонд и поддержать членов сообщества EtherChain и тем самым активировать свой собственный бэк-офис и начать получать обратную поддержку уже от других членов сообщества. EtherChain на 100% децентрализован и является проектом на базе сообщества. Это означает, что в этом проекте нет никаких дополнительных прибылей, и все, что вы получаете в EtherChain, получено от других членов сообщества, так как это модель поддержки P2P. Но сейчас могу сказать, что у нас уже появился второй смарт-контракт в нашей экосистеме на блокчейне и монетке Tron, и EtherChain является админом этого нового проекта, и частично 3% от админских начислений идут из TronChain в EtherChain для поддержки сообщества EtherChain. То есть уже есть дополнительные вливания для стабилизации работы фонда.
И в свою очередь вы поддерживаете участников фонда, а участники фонда поддерживают вас. И Etherchain можно рассматривать как децентрализованную своеобразную третью сторону, которая обеспечивает вот справедливость, прозрачность, честность, равноправность для всех абсолютно участников в соответствии с алгоритмом и кодом этого смарт-контракта. В нем нет ни посредников, ни собственников, ни владельцев, нет взаимодействия между компанией и человеком, и это фактически гарантирует справедливость и равноправие для всех участвующих партнеров. И их средства находятся в безопасности и хранятся и распределяются в соответствии с кодом смарт-контракта, который уже прописан наперед. И на сегодняшний день это самая разумная, передовая и прозрачная структура работы. И, собственно, мы уже ее проверяем 2 месяца, и работает она безупречно, и работает очень хорошо. И участники, которые уже какое-то время работают в Etherchain, оставляют свои отзывы, полностью довольны тем, как он работает. Значит, как работает Etherchain? Когда мы отправляем эфиры в фонд сообщества, мы активируем свой бэк-офис. И уже через 24 часа мы получаем первые начисления, 1% ежедневный доход от суммы нашего депозита. И этот 1% вы будете получать до тех пор, пока 310% вашего депозита не будет получено в качестве поддержки от сообщества. Эти 310% поддержки вы получаете 4 разными способами. Один из них пассивный и 3 через маркетинг. Когда 310% начислений получено любым из 4 способов, можно сделать новый депозит, такой же по сумме или большего размера, чтобы активировать новый цикл 310% и продолжать получать выплаты от фонда. Итак, коротко рассмотрим, какие же эти виды дохода в смарт-контракте Etherchain. Первый из них. 1% ежедневной прибыли от суммы вашего депозита. Максимум 310 дней. Это полностью пассивный доход для всех участников сообщества. Если вы хотите ускорить возврат своих 310% от депозита, вы можете присоединиться к любому из 3 активных способов дохода. Один из них – это 10% прямой реферальный доход от депозитов ваших партнеров в первой линии за распространение информации и способствование роста сообщества и фонда. Второй доход – это доход с прибыли ваших партнеров на 15 поколений в глубину от 30 до 5% в зависимости от количества ваших лично приглашенных в первой линии. И последний вид дохода – это ежедневный лидерский топ-спонсор пул. Это 5% от всех депозитов, которые входят в определенный день в Etherchain, отчисляется на поощрение самых активных спонсоров и их работы. Давайте немножко остановимся по каждому пункту более подробно. Итак, ежедневный доход от депозита 1%. Это 1% от суммы вашего депозита, который вы получаете ежедневно на полном пассиве. И по системному алгоритму вы вот получаете этот доход до того максимального предела, который ограничивается 310%. Предположим, что вы внесли в фонд 5 эфиров, и вы можете получить 15,5 эфира обратно. Каждые 24 часа вы будете получать 0,05 эфиров, максимум 310 дней. Или до тех пор, пока вы не получите 310% дохода любым другим возможным способом, в зависимости от того, что случится раньше. Перейдем ко второму виду дохода. Второй вид дохода – это 10% прямой реферальный доход от ваших партнеров в первой линии. 10% от суммы депозита начисляется вам, когда ваш прямой партнер вносит свой первый или повторный депозит. А допустим, ваш прямой партнер в первой линии делает депозит 10 эфиров, вы тут же получаете комиссию 10%, то есть 1 эфир. Это ваш прямой реферальный доход.
нет никаких ограничений на количество прямых партнеров, которых вы можете иметь в своей первой линии. Следующий вид дохода – это матчинг-бонус или доход с прибыли ваших партнеров. Доход основан на ежедневной прибыли 1%, который получают ваши партнеры. И в тот момент, когда ваш нижестоящий партнер делает вывод накопленной суммы 1% ежедневной прибыли за определенное количество дней, которое прошло с его предыдущего вывода, вы получаете тоже определенный процент в зависимости от уровня, на котором находится ваш партнер, вы получаете себе матчинг-бонус. Количество линий, с которых вы получаете доход, зависит от количества ваших прямых лично приглашенных партнеров. Допустим, у вас есть один партнер, вы получаете доступ к матчинг-бонусу в одной линии, в первой линии. Если у вас два личных партнера, значит две линии в глубину. Три партнера, три линии в глубину. 10 партнеров в первой линии, значит, вы получаете доступ к 10 уровням в глубину. Максимально это 15 партнеров в вашей первой линии дают вам право получить 15 уровней матчинг-бонуса в глубину. Не больше 15 уровней. А в вашей первой линии может быть сколько угодно партнеров, и со всех ваших партнеров, с их структур, вы будете получать матчинг-бонус 15 уровней в глубину. Вот посмотрим. Значит, первый уровень вы получаете 30% матчинг-бонуса, со второго по пятый уровень получаете 10%, с шестого по десятый вы получаете 8%, и с 11 по 15 получаете 5% матчинг-бонуса. Итак, повторюсь, каждый партнер, один партнер добавляет одну линию в глубину. Если максимально это 15 ваших личных партнеров первой линии позволяют вам иметь максимальную глубину 15 уровней. А что такое ежедневный лидерский спонсорский пул 5%? Это означает, что 5% всех депозитов, которые добавляются ежедневно в EtherChain, идет на формирование этого лидерского пула. И 10% от этого пула начисляются в виде бонусов 4 лучшим спонсорам каждый день. Остальные 90% переносятся в пул следующего дня для увеличения вознаграждений. И как же распределяются эти 10% пула? А распределяются они таким образом. Первое место по итогам дня – это 40% от этих 10%. Второе место 30%, третье место 20% и четвертое место 10%. Это для активных партнеров, которые любят и умеют приглашать, и которые хотят вот поработать и заработать более крупные суммы и более быстро. Значит, какие возможности по депозитам? Какие существуют минимальные и максимальные пределы депозитов или депозитных циклов? Когда вы регистрируетесь в компанию, делаете свой первый депозит, вы можете сделать его в рамках от 0,1 эфира и максимально до 10 эфиров. Когда вы получаете 310% на ваш депозит любым из возможных способов, вы делаете депозит следующий, второй, и сумма депозита должна быть равной или больше предыдущего, но не больше 30 эфиров. Когда вы делаете свой третий депозит и входите в третий депозитный цикл, вы можете сделать свой депозит равным предыдущему или больше предыдущего, но не больше 90 эфиров. И четвертый депозитный цикл и все последующие могут быть равными предыдущим, либо большим, но не больше 200 эфиров. Количество депозитных циклов не ограничено, но после четвертого депозитного цикла вы делаете свои взносы такими суммами, какими считаете нужным, но не больше 200 эфиров. Вот таким вот образом работает. Значит, какого алгоритма распределения денег из фонда? Как мы уже говорили, все новые депозиты, повторные депозиты, депозиты вышестоящих спонсоров
и их новые депозиты все собираются в один общий пул. И вот этот пул распределяется таким образом. Одна комиссия идет на, это комиссия платформы, на ее содержание, поддержание, развитие нашей экосистемы. 5% идет на топ-лидер пул для поощрения наиболее, так сказать, производительных партнеров, которые больше всего помогают развитию фонда. 10% это идет на прямой реферальный доход от наших первых линий, и оставшиеся 84% хранятся в смарт-контракте и распределяются через ежедневный 1% начисления по всем депозитам для всех партнеров. Остановимся еще вот на важных примечаниях, чтобы полностью понять как можно лучше, как работает этот смарт-контракт. EtherChain – это проект на основе сообщества, на 100% децентрализованный, основанный на P2P-транзакциях, которые осуществляются через смарт-контракт. Когда получено 310% прибыли, может быть сделан новый депозит и может продолжать участник зарабатывать или получать начисления любым из 4 способов дохода. Следующий момент. Минимальный вход – это 0,1 эфира, и открыт он абсолютно для всех участников, и нет никаких ограничений. Следующий момент. Нет необходимости приглашать рефералов для того, чтобы получить доход. 1% выплачивается ежедневно всем партнерам, и это 100% пассивный источник дохода. Если вы хотите увеличить скорость получения 310%, вы можете это сделать за счет роста вашей команды и распространения информации о сообществе EtherChain. И следующий момент. Сейчас вот уже разрабатывается, уже начинается развитие уникальной экосистемы услуг DeFi, децентрализованные финансы, на смарт-контрактах. До сих пор вот эти вот услуги децентрализованных финансов производились на обычных компаниях, с помощью обычных компаний. Сейчас вот мы первую такую экосистему создаем, на наших глазах она создается, на смарт-контрактах. То есть здесь идет дополнительная безопасность наших финансов, дополнительная автоматизация, и по сути это уже идет децентрализованные финансы, система децентрализованных финансов будущего. А почему это так важно? Потому что в нашей экосистеме все смарт-контракты, они верифицированы. Что это означает? Это означает, что верификация проходит полностью, то есть полная верификация, делается отказ от прав собственности, полностью закрывается доступ абсолютно всем, в том числе и создателю смарт-контракта, и команде, которая его создавала. И кроме того, все смарт-контракты проходят верификацию. Не только верификацию, но и аудит третьей стороной. EtherChain прошел и верификацию, и аудит третьей стороной. И выдан сертификат компании, которая делала аудит, о том, что нет никаких бэкдоров, нет никаких багов, нет никаких дырок и возможностей кому-либо зайти на смарт-контракт, сделать что-либо с деньгами. Наши деньги абсолютно в полном порядке и при полной защите. И для того, чтобы взломать смарт-контракт, необходимо взломать блокчейн эфириума. На сегодняшний момент это еще, слава богу, никому не удавалось. У нас команды, которые заходили в EtherChain, они делали также дополнительно свои собственные аудиты. И две команды это делала, независимо друг от друга. И обе команды подтвердили, их программисты, что да, действительно, смарт-контракт полностью сделан так, как он заявлен, что нет никаких бэкдоров и нет никакой возможности доступа к деньгам. То есть все, что заявлено, оно действительно соответствует тому, что есть.
Вот такой вот у нас вот смарт-контракт, это, я повторюсь еще, это первый смарт-контракт в нашей экосистеме. Неделю назад у нас стартовал наш второй смарт-контракт на блокчейне Трона и на монетке Трон. Он точно такой же, и отличие его только то, что это другая монетка и другой блокчейн. Это, скажем так, смарт-контракт брат-близнец этого Эзерчейна. И сразу сделаю небольшой анонс. У нас ежедневно проходят презентации. Понедельник, среда и пятница, 18 МСК. Это презентация смарт-контракта EtherChain. И вторник и четверг, 18 МСК, проходят презентации смарт-контракта TronChain. Так что, пожалуйста, приходите сами, приводите своих партнеров и потенциальных партнеров на презентации. Будем разбираться и будем, я буду отвечать на все вопросы, которые будут возникать, для того, чтобы было понятно абсолютно всем и не оставалось, ну, скажем так, недосказанных каких-то моментов. На этом я презентацию закончу. И сейчас, пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, я выслушаю и с удовольствием отвечу. Ольга, у нас вопрос в чате есть. Ответьте, пожалуйста, написано. Если вам не сложно, озвучьте, пожалуйста, вопрос. Хорошо. Максим Еремин интересуется. Если я получил 310%, например, с партнерки, что дальше? Дальше вы делаете вывод своих 310%. И после вывода вы делаете следующий взнос. И если у вас ваша рефералка больше ваших 310%, она остается за вами. И как только вы сделаете следующий взнос, вы сможете продолжить ее выводить и зарабатывать дальше. Спасибо, Максим. Понятно? Ответ понятен? Да, ответ понятен. Я так понял, что получается, если мой контракт сработал, то я могу открывать новые контракты, ну, грубо говоря, на том же месте, да? Все мои мы не открываем новый контракт. Мы открываем контракт один раз, первый раз, когда регистрируемся. Дальше, когда мы по своему первому депозитному циклу выбираем 310%, мы с того же самого кошелька, при той же самой структуре, если проценты реферальные и так далее у вас больше, суммы ваших 310%, они остаются за вами. Ваша структура остается за вами, вы только делаете следующий депозит и продолжаете и зарабатывать, и выводить то, что вы уже заработали в предыдущем цикле. Уже нового смарт-контракта делать не надо. Это все остается на том же вашем кошельке. Да, слушаю. Следующий вопрос, пожалуйста. Нету больше вопросов? Ну, будем считать, что, значит, все понятно. Хорошо, значит, еще раз повторюсь. Извините, пожалуйста, можно вопрос? Да. Не могу включить. Катерина меня зовут. Вот это вот, как я поняла, вот если можете предыдущий слайд покажите, DeFi или DeFi, децентрализованная какая-то финансовая организация или система. Скажите, она вообще кем учреждена? Что это за организация? Насколько можно ей доверять? Вот можете пару слов о ней? Это не организация, это система услуг DeFi, децентрализованные финансы. Есть система услуг централизованные финансы. Это вот обыкновенные наши классические банки, финансовые учреждения и все остальное. Это централизованные финансы. Децентрализованные финансы – это вот отдельные компании, которые предоставляют услуги вне сферы классических банков и классических финансовых учреждений. Но вот до сих пор эти компании, они работали, вот скажем так, на земле. А вот сейчас вот эту всю систему услуг
Вот мы, в частности, наша экосистема переносит в смарт-контракты. То есть это не конкретная организация, это система услуг. И какая надежность? Надежность гарантирована именно смарт-контрактами. Как я уже говорила, все смарт-контракты в этой нашей экосистеме, они верифицируются, проходят аудитную проверку третьими сторонами, и когда они получают подтверждение, что действительно вот все проверили, все довольны, все нормально, они предоставляют услуги нашим партнерам. Вот таким образом это действует. А можно еще один вопрос? Да. А вот буквально на прошлой неделе в тестовом режиме запустили новую версию Ethereum 2.0, и разработчики Ethereum обещают, что в октябре она уже будет запущена, и будет запущена система Proof of Stake. В связи с этим какие-то, я так понял, доработки нужны в смарт-контракте, потому что это уже будет, грубо говоря, данный смарт-контракт, он как-то адаптируется под новый эфир? Нет, это, и в этом необходимости нету. Это доработка идет блокчейна эфира. Но все смарт-контракты, которые до этого были сделаны на блокчейне эфира, они, они не пострадают абсолютно. Потому что это вся новая экосистема именно блокчейна эфира, она адаптируется под те смарт-контракты, которые уже есть. То есть необходимости такой не будет ни у Etherchain, ни у какого-либо другого смарт-контракта. Да, пожалуйста, следующий вопрос. Хорошо, тогда понедельник, среда и пятница, 18 МСК, это презентация Etherchain. Вторник, четверг, 18 МСК, презентация смарт-контракта TronChain. Так что ждем вас на презентации. А на сегодня тогда заканчиваем. Всего вам хорошего. Хорошего вам вечера. И мои пожелания вам разобраться во всем и принять правильное решение. Всего доброго. Хорошо. Спасибо.